И всем привет, с вами Игорь, это канал Black Cosplay. Мы продолжаем играть в Shadow Fight 2. Я за кадром проходил несколько турниров. А что, турниры они одинаковые, они ничего вообще из себя не представляют. Как и, в принципе, и испытания тоже. Я чуть-чуть проходил там, совсем немного, видишь, там. Как бы мизерно вообще прошел. Ну а что? Ну, их неинтересно смотреть, это одно и то же. А вот этих вот парней, да, вот их интересно. Кстати, какого-то хера у меня прокачано все. Я тебе сейчас покажу. Вот, у меня прокачана палка. У меня прокачан доспех. У меня прокачан полностью шлем. Ну, этой у меня нету херни. Это я тоже качать не собираюсь. Хотя... Ну, короче, там на невозможном. А тут 16. Ну, давай купим. Иди нахер со своим кэшбэком. Так, как бы давай посмотрим сейчас. Невозможно. Невозможно пройти. Так, улучшаем. Улучшить. А теперь. Невозможно. Да почему? Что в нем не так? Улучшить. Как бы давай еще. Улучшить. Все. Блять, не туда. Теперь. Невозможно, ты прикинь? Мы сейчас будем драться на невозможно, потому что везде невозможно. 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 Как бы нету, давай. Хочется осмотреть достопримечательности. Я тебе такое покажу. У тебя дух захватит и никогда уже не отпустит. Это что ж ты такое мне покажешь? Мне там свое, там ничего. Достопримечательности свои мне не надо показывать. Пусть другие смотрят. Тут заражусь еще чем-нибудь. Ничего, музон такой. Прям рок. На! По подбородку тебе. На, тебе через хуй тебе кинул. На. Ты никто, блядь. Ты чмошка. Куда ты свою ногу раздвигаешь, блядь? Да стремечательности я тебе сказал, что мне не нужны. На тебе, сука, еще по башке твоей, чтобы она, сука, поняла, что такое твоя тупая башка, что надо показывать, а что нет. Она меня ударила, а это я ее ударил. Опа! На тебе, сучня! На! На! Никому не... На тебе, сука, еще! Вот это вот и на невозможном! Да это чмо, которое ничего себе не представляет. Птичка! За яичко тебя! На тебе за яичко! А у тебя нету яичка. Ты чё, сука, чё, совсем охерела, блядь? Ты видел, она магию использовала? Чё за фаерболы? Чё за ходухины? Ты не этот, ты не Street Fighter. Какие ходухины нахер? Да отстань от меня, уйди от меня вообще далеко-далеко. Она не отстает, она близко, блядь. А вот из-за этого она и сидит близко. Пиздабза. Я бы сказал бы... Хорошее такое словечко русское бы про нее. Опа, блядь. Да ты чмо! Иди отсюда, блядь! Пока я тебе за яичко не хватанул. Да хорош, ну блядь, ну дай поиграть. Мы с... Блядь, по башке тебе, блядь, твой тупой, сука. Да хорош! Я уклонился! Ты, сука, ходухин! Иди со своей ходухины, Street Fighter бей. Понятно? А здесь мне твои ходухины не нужны. Ты чё? Опа. А да и я так же сделаю, а? Приятно тебе, когда тебя бьют этой хренью. На тебе еще. На еще. На тебе еще пузо. Еще по башке. И с головы. На. Вот так вот мы победили на невозможном. Но музыка
15 тысяч дали? Пожалуйста, не надо! Я просто связалась с плохой компанией, в этом нет моей вины! Отпустите, я больше не буду заманивать путников в ловушку! Нет тебе прощения. Так, новый уровень. Идем сюда. У нас новое оружие. Вот это. Что это? Как оно вообще будет работать? Давай попробуем. Кэшбэк давай. А денег-то больше нету. А зачем мне? Я-то не шут. А мне денег-то больше нету ни на что. А на безумном. А давай. Деньги-то надо как-то заработать. Гадалка будет бить. Сейчас гадалке я дам топором по ебальничку и будем бить. Ах ты ж сука! Да ты растерял свои топоры, блядь! Ах ты чмо, да ты чё такая резкая, блядь? Дай ударить хотя бы! Ты, блядь, говно тупое! Подлети нахер и сдохни! За птичкой, блядь, иди вообще, поняла, блядь? На тебе еще через хер брошу. Лес, блядь, в другой стороне, сука. Ты откуда сбежала, блядь? С какой помойки, сука? А? Ай, блядь, на тебе. На. На. Блядь. Да нет, ну я почти победил. Сука, мразь, блядь, иди сюда, я тебе сейчас дам просраться так, что ты, блядь, больше не встанешь никогда. На, на. Я пад, я внизу был, ты как сверху могла меня достать низом? На, на. Защищаемся, терпим. Какое же говно все-таки, а? Оно говно, оружие. Оно очень медленное. Да ты, блядь, сука. На, на. О-о-о-о. На тебе, сука. Шок. Просто я отшокировал. Шокотерапию получила, блядь. Еще раз давай. На. Да я, блядь, почему она, блядь, призрак или что? Почему вот этот удар не сработал? Да опять не сработал. Гадалка, ты мне что-то, блядь, не догадываешь. На. Может, это идешь от меня на 2-3 метра назад, а? Ну, не так же далеко. Сейчас все решится, как бы, да. Да ты попадешь этим тупым оружием или нет? Почему она попадает, а ты, сука, не попадаешь? И не попадает он. На! Она попадает, а я не попадаю, как бы, да? Бей! Еще! Есть! Пятку отрубил ей нахер. Такие сложные бои здесь. О невозможном. Все, все на невозможном. И денег нихера нету. Надо защита какая-нибудь. Давай шлем. Кэшбэк. Давай кэшбэк. Похер. Так, ну что-то изменилось. Да, видишь, уже на безумном. Что, пройдем? В этом бою у противника повышена защита. Достигните стиля брутал, чтобы победить. Чуть, брутал, да я, блядь, фантастик прохожу. Пойдем. Да не иди, уйди от меня, дай мне пройти. Бой. Чтоб брутало пройти, да вообще без проблем. Два раза ногой всунуть ему. И все. И вот тебе и брутал. На. На. Вставай. Да, блядь, ты специально это делаешь, а? Раз за. С таким оружием, блядь, не то что брутал, блядь, не сделаешь. Ты нихуя не сделаешь.
Тупорылое, блядь, оружие. Просто, блядь, конченое. Ногами лучше сделать это. Брутал. Я брутальный, понятно? На. Да ты, блядь, ты нахуя? Ты что там бьешь, блядь? Ты там голубей бьешь или что по ногам? Блядь. Да ты, сука, какой мудак, а? Да какие там... Ты что делаешь, сука? Он магию использует. Я ебал, блядь. Просто. На, блядь. Сейчас будет тебе, сука, хард, блядь. Я тебе серьезно говорю, он просто, блядь, не делает это. На, есть, видишь? Ноги спасают, вот только ноги. Вот это оружие просто тупорылое. Вот уёб. Я просто не могу ничего сказать. Оно просто мажет, оно неправильное. Давай, на безумном. В этом бою можно вступить в бой только с оружием 15 уровня и выше. Есть у меня такое оружие? Да только не ты, ну пожалуйста. А, у тебя мечи уже. Тогда иди в жопу, ты вообще чмо. Лява, она шут. У нее маска это. У нее маска донатерная. Это нормально? Против меня донатером вывели. Ты, сука, я тебе сейчас покажу, что донат не решает. Показать тебе, да? Донат ничего не решает. Если есть прямые руки, донат... Да ебаный в рот. Если есть прямые руки, донат не решает. Во. Дай мне вниз жарить его. На тебе. На. А, по спине. Ох, больно как. Да ты отстань от меня. Сука. На тебе, блядь. Еще. А вот это было зря. И это было зря. Бей. Бей. Ногой. Да! Просто она легла ей, блядь, зарезал ее. А все, невозможно. И здесь невозможно, и все невозможно. Идем, значит, покупать. Так, мы можем... А доспехи мы не можем купить. Мы можем вот это улучшить. Можем вот это улучшить. Все, денег нет. 22! А что так дорого? Так, ну, все на невозможном. А давай-ка вот здесь пройдем. Посмотри, сложно, телохранитель. Давай телохранителя отшельника пройдем. Дракона пройдем. Я думаю, это будет легко. А, у меня же оружие, блядь, тупое, точно. Хотя, в принципе, более-менее сейчас приволчился к нему. Сейчас все будет. Смотри. О, блядь. Спасибо. Огромное. Хоть можешь ударишь хоть раз, а? На. На. На с ноги. Ай, по яйцам больно бить, да? Хорошо, что он не бил, он мог просто эту атаку прервать. Да ты достал мне сувать куда не надо. Нет, оружие просто конченое, и оно медленное, оно уродское, блядь. Он меня победил, потому что оружие не попадает, потому что непонятно, какой у него радиус действия. Оно очень долгое. Ладно, в принципе, давай разбираться с его дальностью. Я как по воздуху бью. Ну хоть ты это ты достал. Здесь он достанет этим оружием.
ударом. Может, ты от меня отлипнешь? Во! Здесь это. И ногой, блядь, нога маленькая. Да хорош, блядь! Да хорош, ну я почти. Ох, есть. Это было на тоненького, но я прошел, прошел. А, еще раунд, точно, я ж проиграл. На. Да ты подошел, он подходит и все, и как бы это оружие просто в говнину превращается. Пизда, блядь, просто сука, блядь, там сложно было написано, он меня делает как маленького сосунка. Ты хуй, блядь, размашиваешь, блядь, своей дерьмовой, блядь, топором ебаным. Бей! Вниз! Бок! Попади, блядь, хоть как-нибудь, хоть вперед, хоть назад, я не знаю. Молодец, наконец-то. Победа. Так, оружие все это улучшилось, нет? Я могу уже что-нибудь... Да, улучшилось. Короче. А все на невозможном. А невозможно это. А у тебя что? А у тебя безумно. Ну что, еще? А давай турнир. Давай турнир здесь пройдем. Против пророка. У него кинжалы. Он вблизи. У меня топоры. Она на средней дистанции. Мне кажется, кто-то проиграет. Бля, что-то... На. На. На тебе ногу отрублю тебе, сука. А что-то вот прям вот резко он начинает бить. Прям хорошо, да? Почему моя нога не достала, а твоя, сука, достала? Я тебя сейчас топорами эту ногу отрублю, ты понял меня? На! Не отрубил еще. Ой-ой-ой-ой-ой. Слышишь, так нечестно. На тебе, я ногу тебе сказал отрублю, я тебе ее отрубил. Вот так вот легко и просто. Я как бы записал турниры прошлая серия, как бы, ну и что? Это легкие турниры, несколько минут, и вся энергия восполнена. Вся энергия, энергия страчена, никаких экшонов нету. Просто как детей размолол. Так что я думаю, я буду проходить турниры, ну, и оставлять только боссов и телохранителей. О, ну, кстати, здесь открылось. Если меньше 20, увеличить урон на 18 в течение 8 секунд после получения удара в голову. Но я плюс 27%, а здесь плюс 20. А ты сколько здесь давал? На 15 урон, а здесь на 18 урон. Так, давай вот это. Это почаще, наверное, будет. Но на этом мы закончим. Так что подписывайтесь на Телеграм. И с вами был канал Black Cosplay. Всем до встречи в следующем видео.